Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды забираем и быстренько бежим в магазин для того, чтобы открыть колоду и глянуть, что нам здесь. А нам ничего здесь не достается. Хе-хей, обманули, как всегда. Ну, зато мы с вами сделаем задание. Кстати, сегодня мы попытаемся пробиться. Кстати, надо посмотреть, где мы сейчас находимся с вами. Лига Сёгунов, 62-й ранг. А нам нужно в Лигу Сёгунов 3 звезды попасть до конца... До конца 2 дня? Погодите-ка, ребята, сегодня разве у нас не воскресенье? Какие 2 дня-то? Ну ладно, хорошо, поверим на слово. Блин, ну я что-то думал, что сегодня никак уже не 2 дня. А сутки это максимум, а может быть даже и то меньше. Так, ну что же... Тогда у меня еще есть время. Вообще-то я думал, что не успеем. А если так у нас поворачиваются дела, тогда, скорее всего, я успею. Успею, должен пройти, ребята, я в Сёгуны, в 3 звезды. Все, наверное, уже прекрасно знают, зачем мне это нужно. Зачем нам это нужно, не только мне, ребята, но и вам тоже это надо. Чтобы получить прекрасный вкусный реворд, за который мы сможем с вами апаться. Так, ну что, я думаю, здесь, наверное, поставим на автобой. Пускай наши ребята здесь разомнут, как говорится, свои косточки, да? А потом уже мы с вами побежим на аренушку. Так, Рафаэль берет провокацию. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Здесь он должен справиться. Так, железная голова бомбит. Зэк добивает муху, тлю эту. И крысиный король падает от ноги Криса. И у нас тут Бакстер, Пиццелицей и Крис. И я возьму этих ребят на себя сам, лично. И начнем мы, пожалуй, наверное, с футовцев. Минус. Так, я хочу, знаете, что сделать? Поджарить. А вот кого? Давайте пиццу поджарим до хрустящей корочки. А? Немножко не хватило. Ну да ладно. Так, Бакстеру попробуем. Не получилось. Я думал, сейчас мы ему заблокируем способность. Но он, естественно... А, вот что он делает. Он в меня бросил какую-то мензурку, гаденыш. На, эх, не добили. Ну ладно, ничего страшного, давайте мы, наверное, сделаем себе дополнительную защиту. И уже будем дальше разбираться. Упс. Так, это, конечно, ребята, очень рискованно. Надо, наверное, хилку врубить, я думаю. Лишним это не будет. Все, Бакстера как будто здесь и не было. Пиццелицей, успокойся, отвянь. Получил в ответку, давай мы ему... А, вот этого. Так, я думаю, надо маленечко хильнуться. Все, шикарненько, теперь бросаем бомбочку Зэка. И все, ребята, они наши, эти голубчики уже будут наши. Минус специалицей. Крис, успокойся, не дергайся, будет безболезненно для тебя сейчас. Опс, и добивочный от Зэка. Все, шикарно. Так, ну самое главное, чтобы мы получили с вами 5 откатиков для Леонардо. И пойдем уже на арену, на арену. Враги у нас, ребят, там серьезные, так что расслабляться не стоит. 35 сюриков получили. Так, сразиться, сразиться. Поднять уровень персонажа. Так, у нас 15 тысяч мутагена. Ваньку я поднял. И Бакстера до 60 уровня. Это все понятно. Во, караечка у нас. Караечка у нас, ребята, грустит. Поэтому давайте, наверное, мы ее до полтинничка, да? Вот так, по красоте. Мне нужно как можно больше высокоуровневых бойцов, ребят, чтобы я мог спокойненько драться. Без применения, так скажем, Леонардо. Так, может быть, что-нибудь. Так, у нас еще поиски ДНК, да, если я не ошибаюсь. Так что давайте, наверное, начнем с пиццелицу. Ах, елки-палки, ребята, откат. А сколько откат? 2 минутки, да? 2 минутки. Ладно, мы подождем с вами 2 минутки эти. Здорово. Кстати, да, я вчера вечером хотел, ребята, снять видосик. Точнее, я его снял, но, представляете, опять на жестком диске не хватило места. И у меня снялось всего 15 минут от видосика. Поэтому я не стал уже выкладывать это. Просто удалил. Опа, на, смотрите, ребята, Рафаэль ролевой, 2 ДНК, если находим, он у нас апнется. Тут, кстати, 5 ДНК не хватает. Тут 4. Блин, они все, все, ребята, скоро готовы проапаться. Где бы мне только такое добро найти? Ладно, забираем здесь реворд. Ждем, короче, с вами 2 минутки. А пока, наверное, мы с вами отправимся на арену. И посмотрим, кто нам будет... Блин, а какая арена, ребята? У меня всего 1 откатик, ладно. И с одним откатиком можно поиграть. Так, Лига Сёгунов, давай-ка мы определимся с тобой. Вот этого, я думаю, да, надо... Фабиена. Пускай будет Фабиена. И давай-ка мы с тобой, знаешь, что замутим?
Слишком малышей я не буду брать. Так, погоди, нет, ты маленький. Возьмем с вами на всякий случай, вдруг какой-нибудь паршивец вырвется, да, и мне огреет, чтобы, как говорится, не пострадать. На всякий случай я взял железную голову. Это будет, ребят, для подстраховки, потому что здесь все-таки сильные бойцы. Не забывайте, здесь Ванька, здесь Шреддер. В общем, все дела. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Так, Шреддер упал. Вот, видите, о чем я вам говорил. Добьет, интересно, железная голова. Молодец, он красавчик. А так бы мы могли с вами потерять, естественно, Сплинтера. И тогда получили бы минимальный бонус. И продвигались бы очень медленно. Так, смотрим, ребята. 51-я позиция. Буквально я вчера играл сколько? Кстати, вчера меня скинули на Самурае 3 звезды. Я поднимался в Лигу Сёгунов 1 звезда, потом в 2 звезды. И дошел до 51-го места. И потратил, ребята, я 7 откатов. И хренову тучу бойцов, короче. Не знаю, как у нас сегодня получится, но в любом случае 2 минутки надо ждать для того, чтобы мы могли с вами найти ДНК, соответственно, сделать ежедневные вот эти вот задания. Как думаете, 2 минутки прошло, нет? Сейчас посмотрим. Так, Ванюша, стиранка. Ну-ка. Да, ребята, откатики у нас уже прошли, поэтому давайте, естественно, искать. Так. Отлично. Отлично, ДНК, ребята. Кстати, вчера в ролике, который не состоялся у нас, я искал, я не помню, какого персонажа, искал, короче, ДНК. Так у него, вот у меня 6 попыток, да, здесь 3 и здесь 3. И в каждой из попытки выпали 3 ДНК. То есть получается, что здесь 3 ДНК выпало и здесь. Это очень офигенный редкий бонус такой, чтобы получить его. Представляете, да, я с 6 попыток выбил 6 ДНК. Вот на кого не помню. Кого я там искал-то? То ли Пиццелицева, то ли... Не могу вспомнить сейчас, ребят. То ли к Севера. Но это было очень прикольно. Я просто был в шоке. Я обычно, знаете, расстраиваюсь, когда вот здесь не находишь, да, 3 ДНК. А там аж с 6 попыток 6 ДНК. Красота была. Так, ну что же, к Северу. Кто-то мне писал, чтобы Хана повысить, да, до золота. Ну что ж, будем, наверное, с вами к этому стремиться. Хан, кстати, где у меня Хан? Давайте посмотрим, что там нужно. Ага. Так, смотрите, ребята, у Бакстера Мухи что-то можно найти или проапать. Ого, давай мы, естественно, сделаем вот эту вот эту хилку у нас. Ага, а на плевок как раз не хватает. А чего не хватает у нас? Ёлки-палки. 10 инструментов. Ну, я все-таки правильно сделал, я прокачал ему отхил. Я думаю, что он нам больше всего пригодится. Так, ну что ж, продолжаем с вами искать ДНК на наших бойцов. Крысиный король тоже не хочет. А кто же тогда у нас согласен? Мондагека тоже не хочет, этот не хочет. На Пиццелицева давайте поищем. Ай, кончилась пицца, к сожалению. Да, ребят, не вовремя, но зато мы с вами выполнили все ежедневные задания. Реварды, естественно, я забираю. Так, 86 у нас еще телепортов. И 6, ребята, откатиков. Поэтому я хочу, чтобы у нас сегодня получилось то, к чему мы с вами стремимся и идем. Поехали. Так, Лео, придется тебе вернуться. И также нам надо будет брать вот этих вот ребятулек. Нет, погоди-ка. Надо еще брать одного сильного. Давай возьмем Ваньку. Слушай, я надеюсь, что Ванька не подведет нас. Я имею в виду, после вертушки Леонардо этот Ванюша подключится и будет все замечательно. Так, делаем вертушку и смотрим, что у нас выходит из этого. Опс. Так, ну, Микеланджело упал, это уже плюс. Этот вешает иммунитет. Так, Ванька, будешь ходить или... Опа, а вот это плохо. Лишь бы... Так, устояли. Хорошо, нам нужно с вами, наверное, чикнуть. Блин, кого тут лучше... Давай так сделаем. Уничтожили Стокмана, попробуем. Ну, Микеланджело наверняка кого-то подобьет здесь. Вся надежда на Ванюшу. Ваня, не подведи меня, родной. Есть, отлично, по красоте. Ну что же, здесь мы тоже с вами справились. Идеально причем. Так что должны быстренько с вами подрасти. Смотрим. 51-я позиция была и становится 39-я. Так, ну что же, еще есть, как говорится, у нас запал.
Блин, единственное, что у нас такие враги уже появляются 60 уровня. Соответственно, я буду брать маленьких. Вот, например, здесь. Смотрите, одинаковые вот эти вот бонусы, да? Одинаковые. Ну, какая разница по уровням? В 5 и в 4 левла. Поэтому, ребят, не стоит рисковать лишний раз. Будем, конечно же, бомбить вот этих вот слабеньких персонажей. Так, подожди, Хан, тебе здесь не место в данный момент. Мы возьмем вот, наверное, караечку. А потом нам предстоит еще взять Стокмана. Бакстера, я имею в виду. Ну что же, давайте делать вертушку на Мондагека. Ну тут вообще по красоте. И, наверное, мы вот так вот сделаем. Добьем? Нет, не добили. Ну тогда Бибоп, да, уничтожает. Все, по красоте идем. Сейчас, наверное, где-то будет у нас 20-я позиция. И остается где-то 2 боя, чтобы мы попали с вами в лигу Сёгунов 3 звезды. Смотрим. 20-ю давай позицию мне. Ёлки-палки, 28-й. Ребят, тогда придется, наверное, 3 боя еще делать. А хватит ли у меня персонажей-то для этих боев, для всех? Так, возьму вот этих вот слабеньких. И опять же, откат по Леонардо. Раз, два, три. И уже придется брать вот здесь Стокмана. Блин, круг все уже и уже, ребята. И, соответственно, враги все сильнее и сильнее. Поэтому как-то проблематично тут для меня уже стало драться. 60 уровень, это вам не шуточки? Ну-ка. Ага, красиво, красиво. Ну-ка, давай. Хан, не подведи. Сработало. Все, ребята, эти перчики наши. Тынц. Когда мы понизили ему вот так вот защиту, они просто, ребята, сосунки для нас. Хан очень хорошо понижает защиту. Я прекрасно видел, как разбирают вроде бы сильных ребят, но после того, как Хан их, грубо говоря, понижает по защите, их разбирают на раз-два. Поэтому этот парень в компашке, наверное, должен быть всегда. Ну что, ребятули, у нас 14 ранг и еще, наверное, боя 2. Ну, я надеюсь, что один все-таки. Поехали. Так, мы с вами выберем. Ну, можно взять вот этот вот отряд. Да, или, да, вот этот отряд мы с вами возьмем и попробуем наказать. Для этого нам придется взять вот такую вот убер-команду. Убер-команду. Так, и, скорее всего, как-то вот так вот. Надеюсь, у нас все получится. Кстати, с этим бродягой я дерусь уже не в первый раз, потому что вот эта эмблемка со знаком вопроса у меня постоянно маячит. Ну что, начинаем. Начинаем представление. Зэг бросает свою бомбочку, естественно. Так, что такое? Ох ты, Хан, ну хорош. Упс, ты видишь, что творится? Ты видишь, что творится? Он может сейчас пиццелить. Любой сейчас может. Пиццелить вы уложили, гады вы вонючие. Ну что же вы делаете, супостаты? Блин, ребят, я так и думал, что не надо было брать мне паукуса с собой. Не надо было. И все-таки взял. Ай-яй-яй, вы видели, да, насколько меньше нам дали бонусов. Ну вот, вот из-за этого теперь действительно нам придется делать еще один бой. А так, скорее всего, и одним бы боем обошлось. Ёпрасота. Обидно до чего же. Как же это обидно. Ребят, неужели у нас последний с вами бой, а? Ёлки ты моталки. Я, честно говоря, думал, что мы еще с вами повоюем. Слушай, ну может быть до конца дня. Я, правда, сегодня на работу ухожу. Но, может быть, я до работы еще успею немножко подрынкать. Посмотрим. Может быть, там 6 часов откат вроде бы идет, да? 7. На большеуровневых персонажей 7 часов идет откат. О, навряд ли, ребята, не получится. Я уже буду на работе вовсю. Ладно. Если там написано 2 дня, еще у нас есть в запасе. Я надеюсь, у нас все получится. Потому что в данный момент, даже если я перейду в Лигу Сёгунов 3 звезды, меня оттуда моментально и быстренько сбросят. Как пить дать, я вам говорю. Тыч. Так, ну что, добиваем этого сплинтера. Все, это был, к сожалению, у нас последний, ребят, с вами бой. На сегодня, наверное. Ну, да, давай. Так, 1130 мутагена. И мы попадаем в Сёгуны 3 звезды. А позиция у нас 90, тем более, ребят, 8-я. Это очень-очень мало. У нас с вами остается в запасе один откат. Задание у нас откатится через 14 часов. Блин, офигеть можно. Неужели действительно у нас до конца 2 дня? Почему 2 дня-то? Сегодня же воскресенье, да? Ну да, ребята, сегодня у нас воскресенье. То есть получается сегодняшний день. А завтра уже понедельник, завтра уже все сбрасывается. Поэтому
Не знаю, как тут два дня. Один день и все. Ну да ладно, не в этом суть, ребята. Мы сегодня с вами подрались, повоевали. Ох ты, так, здесь мы обмениваем. У нас уже столько этих. Давай посмотрим, может быть, что-то в магазине есть для обмена на... Так, мы можем... Давайте, ребята, возьмем. Давайте возьмем. Ну, а это у нас по максималке. Плюс у нас 500 долларов. Я, конечно же, ребята, буду брать откаты. Точнее, даже не откаты, а мне нужны телепорты. Вот они. Так, 186 штучек. Ну и все, можно, конечно, попробовать. Сейчас я кое-что гляну. Вчера, ребята, я попробовал пройти испытание. Ну, стандартное испытание, да? Не вот эту серию испытаний. А, да где же она, елки-палки-то? Где у нас? И же все, позабыл. В приключения серии... Так, мини-игра, погоди-ка. Где у нас... вот. Нет. Нет. Ребят, я... Вот, вот, сюжет, сюжет, в сюжетке. Хотел... Так, тут 72, 72. Вот здесь вот пройти. И вот на этом этапе с Мондогека... Фу, там дальше. Меня просто разобрали на раз-два. Можно попробовать вот этот вот этапчик пройти. Ай! Да. Я вот, честно говоря, хочу здесь все-таки получить 3 звезды. Мне как-то не нравится, что у нас тут всего лишь 2. Как-то вроде бы и пройден этап, и вроде бы нет. А потом вот здесь вот получить 3-ю звезду. Ну, здесь вот сложновато, конечно. Меня там разбирают на раз-два. А я так смотрю, тут еще такая дорожка длинная. Блин. Ну ладно, ребятушки, раз у нас еще ничего не откатилось, и сделать мы здесь ничего не будем, и серия получилась слишком коротенькая, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.